В Чебоксарах появились кадетский парк и кадетский сквер. Территории перед Чувашским кадетским корпусом имени Героя Советского Союза Кочетова и за ним официально получили название. И хотя работы по благоустройству еще продолжаются, горожане уже успели их оценить. Сегодня наша съемочная группа побывала в сквере в час дня и не обнаружила ни одной свободной качели. Больше всего мне нравится паутинка, потому что я ее никогда не видела нигде. И площадка вообще сама крутая. Здесь, наверное, могу больше часу прыгать, наверное, или больше. Лазить, карабкаться. Можно залезть на трубу. И можно до самого флага даже залезть. И там, потому что много лесенок. И там можно почувствовать себя пиратом. Родители тех, кто сейчас чувствует себя пиратом в детском городке или карабкается по паутинкам, вспоминают, что здесь было во времена их детства. В детстве мы тут ходили, кроме старых деревьев и заросших кустарников, здесь ничего не было. Только горы мусора, следы от шашлыков, а сейчас это замечательный парк, в котором много детей. Республика построила очень красивую площадку, и мы, наверное, будем сюда приезжать намного чаще к бабуле в гости, чтобы прийти с детьми здесь побегать. В первую очередь эти детские площадки должны нравиться детям. Посмотрите, как здесь много детей, и я думаю, сегодня они вряд ли захотят отсюда уходить. И если бы у меня была возможность вернуться в детство, я бы облазила здесь все места, все площадки. Что касается самого корпуса, то сейчас здесь идут последние приготовления к праздничному открытию. В город приезжают дети, которые поступили из других регионов, и их родители. Я живу 20 лет в Московской области, город Серпухов. Но я родом отсюда, с Чувашии, Сибрестинского района. 20 лет прожив в Московской области, моему сыну 13 лет. Мой сын поступил в Чувашский кадетский корпус, новый, который находится напротив торгового центра «Шубашкар». Город очень замечательный, и я нисколько не жалею, что мой сын выбрал именно город Чебоксары. Строительная техника сейчас продолжает работать только в зоне бывшего бомбоубежища. Демонтаж заброшенного еще в советские времена объекта сейчас в заключительной фазе. Специалисты применили специальную швейцарскую технологию. Сначала срезали и демонтировали перекрытие, затем заполнили весь объем бывшего бомбоубежища речным песком. Теперь бульдозеры завершают утрамбовку. В будущем на этом месте появится спортивная зона.